уважаемые друзья, сегодня я пришла в свою любимую школу, которой я отдала где-то 15 лет, поздравить лучших спортсменов данного учреждения и тренеров, которые готовили их к прошедшему сезону. Я хотела бы сказать всем огромное спасибо за удачный спортивный сезон, за завоеванные медали, за уже полученные лицензии на Олимпийские игры 2016 года. А еще, конечно, хотела бы поздравить всех с наступающим Новым годом, всех, кто сегодня работает в отрасли физкультуры и спорта, пожелать им, наверное, хороших спортивных результатов, завоевания все новых и новых медалей, наверное, олимпийских лицензий. Тем, кто сегодня имеет возможность попасть в олимпийскую сборную, обязательно в нее попадание. Тренерам терпения, здоровья, ну и, конечно, всем жителям нашего города и нашей губернии обязательно занятия физкультурным и спортом и боления за спортсменов в сборных командах Российской Федерации. Поздравляю всех с наступающим, желаю вам всем здоровья и счастья.